я уже получил права категория Б, и я не рекомендую ту школу, в которой я учился, Автолеон. У них есть два филиала, один на Бекетова, другой на Гагарина. И я расскажу, почему. Замечали, что в Харькове стало много автобусов. Видимо, кто-то в области очень хорошо наладил экскурсии в Харьков. Во-первых, качество обучения. Это полная херня. Вы тратите время на лекции, которые, по сути, вы могли бы просто полистать книгу правил. Плюс, естественно, у преподавателя нет времени на все темы. Соответственно, так или иначе, вы будете читать их сами. Второе – это вождение. На вождении вас не учат. Вам просто дают машину, которую вы можете водить. Первое время вы ездите по площадке, как дурачок, еле нажимая на сцепление и отпуская. А дальше… Когда вы выезжаете в город, вы просто едете по дороге. Он ничего не расскажет вам, ничему не научит. Он просто будет контролировать, чтобы вы куда-то не врезались. Вот и все обучение. Конечно, нет, не все так плохо. В каких-то ситуациях вам подскажут, скажут, что нужно сделать в такой или иной ситуации, но это просто капля в море относительно всего того, что вам могли бы за это время рассказать и чему научить. Вы думаете, я шучу про автобусы? Нет, это везде, до горизонта. Серьезно. Третье. Естественно, ну естественно, вам будут предлагать, намекать и практически иногда даже требовать ставить перед фактом, а взятка. Это, как мне рассказали, есть везде, и избежать этого невозможно. Эта школа не стала исключением. Многие ребята, которые были со мной в группе, и просто мои знакомые, тоже жаловались о том, что в тестах вопросы, которые вы не изучали, не проходили, или вообще, которые не из вашей категории. Такое достаточно часто бывает. Причем, что самое смешное, я выбирал автошколу по отзывам. По каким отзывам, как их можно было писать, я не знаю. То есть даже оценки в Гугле, видимо, не стоит особо доверять. Либо, может, это зависит от группы, преподавателя, но, скорее всего, нет. Скорее всего, это проблема автошколы в целом. Что же делать, если вы планировали поступить в автошколу и получить права? Во-первых, совет сейчас повременить с этим, потому что из-за карантина это будет очень долго. Лично у меня этот процесс затянулся на полгода. Это бред полнейший. Очереди очень длинные. Не советую сейчас этим заниматься. И если у вас есть вопросы, а как выбрать автошколу, хрен его знает, серьезно. У меня не получилось. Может, у вас есть какие-то мысли на этот счет?